Коля, ко тупо. Мне где? Как се казваш? Владимир Радев се казва. Меня зовут Владимир Радев. Искам да споделя на свидетелството. Я хочу поделиться свидетелство только что прошло семинар обучения. Духа, който имах в мен от Господа. Дух, который у меня есть, это Господний дух. Беше поугаснал. Я угасил его последнее время. В момента, в който брат Максим положи ръце на мен. В момент, когда брат Максим возложил руки на мое тело. Той се изпълни. Почна я гори. Изпълнился с Духом Святым и начинала гореть внутри меня. И до всичко, до което се го докосна. И после этого, до все, что я прикасался. Става ново. Становя снова. Mm-hmm. Да. Благодаря на Исус Христос, на Святия Дух. Я хочу поблагодарить Духом Святым и Исус Христос. На Отеца. И наш Отец. Че ме изпрати тук на този семинар. Что послал меня здесь быть на это обучение. Присутствие излечет. За да разбера цялата истина. Чтоб я понял истина в полноте. Благодаря на Исус за брат Максим. Благодаря Исус за брат Максима, для брат Мирослав. Че Бог ги изпрати при мен. Че Господ выслал их в мою жизнь, послал их. Да разбера нещата така, както са в действителност. Чтоб я смог понял вещи так, как они на самом деле. И накрая, приятели, и конце концов, друзья, слава Иисуса! Слава Иисуса Христа! Амин, алелуя!